Ребят, всем здорово, это Wild to Life Online. Сегодня хотел показать одно местечко интересное на локации Полигон. Если что, Полигон открыт с 30 уровня. Так что докачивайтесь, переходите сюда, фармите бабки. Уже много кто знает об этом месте, но возможно есть люди, которые еще не в курсе, которые еще даже не докачались до 30 уровня. Вот, так что это видео будет для вас. Поехали. Так, парни, вот карта полигона, значит, вот квадрат D28, вот этот квадратик. Здесь такая небольшая гора, и вот там несколько входов, там дохуя входов. В чем суть? Мы туда приходим, убиваем NPC, там боты 35-40 уровня. И лутаем с них, получается, лут, что выпало. То есть не всегда мы будем лутаться там хорошо, там бывает, что и похуже падает, но в основном, если вы пришли один и всех замочили в соло, то, блин, вы точно неплохо залутаетесь, точно неплохо. Все, поехали. Нихуя себе боты, блядь. Хорошо, Крид. Егор. Чё дашь? Ой-ой-ой. 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 Ой, капец. Спасибо, брат. Ой, еще 10к. Ой-ой-ой. Хорошие боты, мне нравятся. У тебя что? Ой-ой-ой, 10 тысяч. Держу в курсе. О, вот они. Атакую. Атакуй, атакуй. Ой, блядь, хуй, нихуя себе ты ебанутый, блядь. Дебил я тут. Оп. Запробежал. Еще есть? Пока тихо, ладно. Еще, бля, заряд для РПГ. Ой-ой-ой. Неплохо, неплохо. Мне нравится. Ты что, Вася, Вася, ты где? Вася по мне стрелял. Ну, сейчас за стрельбу мне ничего не надо говорить, типа, что лох ебаный там и так далее. Это у меня FPS маленький. А у тебя хуй, а? А, вон он. Блядь. Лагает, пизда, Вася, ты ебанулся вообще. Здесь посмотрим, что у нас. Два лечебки. Окей, да, берем, берем. Лечебки нынче дорогие, вот. На МСК-1 одна лечебка по 3к. Еще заряд для РПГ, да ёпта, бля. Алло. Бля, тут ФПС, что тут с ФПС? Ну это так, бомжара. Что с ФПС, бля? Пиздец. Так, пацаны, все, прибежало продавать то, что налутали. Давайте посмотрим, сколько мы, так сказать, нафарманули за, сколько там, 5 минут. Погнали. Так. Еще лечебных стимуляторов где-то штук 5. Они по 3000 на комиссии продаются. Окей, это где-то будет 15к. И вот. 61 тысяча. То есть где-то 70... Ну, 75, в районе 75 тысяч мы фарманули буквально вот за, как там на видео, сколько там заняло времени, минут 5. Ну, вот как-то так, парни, блядь, вот один из способов фарма такой неплохой. Для соло игрока особенно это будет просто пушка. Так что, если понравился видосик, обязательно ставь лайк, если помог, тоже обязательно пиши в комментарии, мне будет только приятно.
А я погнал дальше искать что-нибудь такое интересненькое для тебя, так что подписывайся на канал. Рад был помочь, до связи в следующем ролике, бро.